Ми почали десь наприкінці лютого 1992 року. У нас було лише 5 місяців на всю роботу. Ми працювали 24 години на день, 7 днів на тиждень, аж доки не закінчили праці. Трохи стало сумно на фірмі, що такий історичний момент вже для нас закінчився. Очевидно, ми були дуже горді з роботи, що ми зробили. Спільно з представниками Національного банку України на кораблі випили відповідний тост шампанським вином з України за роботу добре зроблену. Виготовлення української гривні зміцнило зв'язки між Україною і Канадою, між Canadian Banknote Company і Національним банком України та іншими організаціями в Україні. Більшість працівників Canadian Banknote Company пам'ятатимуть цю працю довше, ніж будь-яку іншу, тому що ми були співучасниками творення історії. Транспортування нової гривні з фабрики в Оттаві до порту у Монреалі тривало цілий тиждень. Понад 100 контейнерів було доставлено і завантажено на борт судна, яке подалось в Україну. Вийшли ми в рейс 19 августа 92-го года, ровно через год после путча в Москве. Даже настолько тайный рейс был, что у нас к нам должен был прийти вообще посол Лукьяненко, в то время был в это самое в Канаде. Но нас предупредили, чтобы к нам никто вообще не ходил. Батюшка должен прийти осветить флаг наш государственной Украины. Тоже никто. Мы сказали, что мы стоим в окружении. Там было полиция и так далее, никого не пропускали. Мы обращались в Министерство иностранных дел с вопросом порядка провоза оружия за территорию Украины. К сожалению, нам никто ничего не мог толком объяснить. Оружие прятали. Потому что, не дай бог, где-то в зарубежном, заграничном порту у нас бы предусмотрено обнаружили оружие, это был бы мировой скандал. В принципе, вообще перевозка больших сумм – это государственный секрет. В практике морской такие вещи делаются только с обеспечением военно-морского флота, эскорта военно-морского флота. То есть сторожевых кораблей, даже подводных лодок, авиация и так далее. Все, у нас этого ничего не было. С нами шла как раз вот группа. Во главе ныне уже лейтенанта Василия Васильевича Крутого, начальник группы «Альфа», с ним 10 человек. Они как члены экипажа были.